57, вы на канале Spider Reviews. И сегодня будет как бы очередной обзор. Обзор этот будет на очень злой, очень такой правильный, честный альбом. Это альбом питерской, четвертый альбом питерской black metal группы Black Death, который называется Satan Macht Frei. Что с немецкого можно как бы перевести, как «Сатана освобождает». Группа эта довольно культовая, образовалась она в 95 году. Образовали ее два брата, это Дмитрий и Денис Поповы. И, собственно, называлась она в те времена «Драгуан». Вот, как бы, я думаю, многие металлисты, которые вели переписку в те времена, то есть 90-е, помнят такой журнальчик, фэнзин, который назывался «Соцсерхсуси». То есть, если перевести, как бы прочитать задом наперед, то получается «Иисус Христос». Вот, это было довольно такое мизантропичное чтиво, посвященное адскому просто андеграунду. И издателем и основателем этого журнала был как раз-таки Дмитрий Попов, который носит никнейм Парабеллум и является в группе Black Death вокалистом и бас-гитаристом. Его брат Денис носит никнейм Эббис Локер и играет на гитарах, там лирика и все остальное. Как я говорил, четвертый альбом. Вышел он на французском лейбле Dracar Production. Это как бы первопресс их 2004 года. И, собственно, что тут скажешь. В плане музыки, я думаю, особо тут говорить ничего не надо. Это очень злой, очень сырой, очень мизантропичный, апокалиптический black metal, просто брызжащий ядом и ненавистью ко всему живому. Там, в общем, не для любителей, я так скажу, такого слащавого black metal типа Дими Боргер. А вот любителям Dark Throne, там раннего Immortal, я думаю, это этот альбомчик придется по душе. Лирика посвящена сатанизму, чему же она еще может быть посвящена, то есть как бы и всяческим различным антихристианским, темным, мизантропично-апокалиптическим делам. О, что я сказал. Вот, ну посмотрим как бы то поближе. Этот диск я купил на барахолке, кстати, довольно дешево, не помню за цену, но это не важно. Вот такая вот обложечка. Сейчас покажу буклетик. Вот такая вот обложечка. Буклетик не толстый, но информативный. Тексты песен. Тексты песен все на немецком. Что придает такого, что ли, колориту этой злой группе? Вот такой вот задник. Тут как бы дискография, кредиты, два тела, одно замороженное, второе сожженное. И вот такая вот помарочка, вернее ремарочка, да. Что группа не является нацистской, политической и т.д. и т.п. То есть не исповедует нацизм. И еще ниже написано, что ребята ссут на тех, кто утверждает, что они нацисты или там, в общем, какие-то политиканы. Это как бы неправда. Сам диск, колючая проволока, как бы все так антихьюман. Вот. И задничек, собственно, как вы видите, довольно известная картинка. Значок Dracar Production и проческий трек-лист и всяческие остальные копирайты. Скажу вам честно, отличный альбом, но он на любителя. Я не думаю, что там люди какие-то, которые любят, как я уже говорил, Дими Боргер, там Cradle of Filth, да, будут слушать этот альбом. Но мне нравится. Хорошая, честная, злая, сырая
музыка. Вот. На этом как бы и все. Ожидаем новых обзоров. Подписываемся на канал и ставим лайки. Всем пока. До новых встреч.